Друзья мои, дело в том, что чиж – это не просто птица. Чиж бывает еще варган. Да не просто варган, а вот такой вот замечательный, миниатюрный, красивый, сделанный из латуни, замечательным мастером Виктором Деминым. Виктор, тебе привет. И вот этот чиж сейчас продемонстрирует вам, ну и, собственно говоря, мне, все свои возможности. А их у него очень много, несмотря на свои маленькие размеры. В данном случае подходит выражение «мал золотник да дорог». Ну что ж, посмотрим. Вот такой шустрый, быстрый, замечательный варган. Но на нем можно также и медленно играть, спокойно, плавно, медитативно. Сейчас покажу. А если вы еще смогли заметить, то у него есть маленький секрет. Он очень хорошо заводится от дыхания. На этом, пожалуй, стоит сказать все. А дальше это ваши эксперименты и собственные находки.